Всем доброго утра! У нас сегодня суббота, выходной, да? И сегодня по футболу соревнования! Правильно! На завтрак я сделала омлетик с колбаской, со сметанкой. У меня кофе, а Фоня выбрал какао, остальные дети чай. А ты кофе? Да. Вот он. Спасибо. Месси готовится к соревнованию. А ты Кристиана. Едем. Тут нам такой, конечно, спуск, да, сделали. Я, если честно, думала, что перероют вообще тут. Но нет, прям такой подъемчик. А, может, потом еще и перероют, да? Да, только они там подальше перероют. Да. Так что мы едем на наш стадион Мышастовский. Пойди, еще правильно должны высыпать. Ну да, да, да. Правда, в этом году хрен здесь, если остановишься, можно тут и остаться. А что? Ну, сырая земля, сейчас гравий будет, пока не утопчется. Короче, на обочине нельзя останавливаться. Все поразминались. Кто русский? Ну, смотри, команда. Месси. Вот у нас тут Рональдо, Беловол Месси. Один этот русский. Да, Промес. Кто там еще у нас? Да, даже медальки будут и один кубок. Так может сразу выдадут, пускай, и все. Гриша ждет. О! Давай, Гриша заменили, он теперь на воротах. Потому что сюда уже забили один. Ну, пускай дарет, если там остается время, можно и на этот их пустить. Ни хрена себе, стенка! А куда ж бить-то, а? Риша, в большие бей ворота! Пошел, пошел, Риша, пошел! Обгоняй, обгоняй! Все, 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 друг у друга не забирайте! Пошел, 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 пошел! Лови, лови мяч. Лови, лови. Все, наперед, наперед кидай. Кидай сильней. Так куда ж, не в те, не туда. 1-1. А как футболку снять и по полю проехаться? Блин, я ради этого на футбол хожу. На женский. А скоро... А, хорошо, вратарь сыграл, вроде бы. Блин. Будет играть Антоша против Гриши. Что? Тебе зялька. Ну, ничего страшного. Это с них холодно. Вот именно. Нормально, стали ждут, когда тебе... Антоша! Ого, ты выбил. Антоша, бей, Гриша, бей! Да он и на ими. Антоха на воротах, а тут Гриша на воротах. Да, вот. Пока нет. А вы что, все убежали? Защита! Короче, что, Антошкина команда выигрывает? А? Антошкина команда выигрывает? Я не знаю, я за своих болею. Пошел, пошел, пошел. Отобрал, отобрал и пошел. Почти, хорошо, хорошо. Это уже какая третья игра, да? Антоха третья на воротах. Игра. И мы ведем, зай. По-любому, кто-то из наших, ну. А это российская тактика. Вести до других ворот, а потом нашему вратарю отдать. Давай, 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 вперед, вперед, вперед! Бей!
Пошел, пошел, догоняй, 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 догоняй. Догнал. Награждение сейчас будет, да? Ой, играли, просидели полтора. А Фоня, а тебе как игра? Фоня засыпал всю игру, да. Папа его будил. Я его не будил, я его не давал спать. Крутые пацаны. А, у Антоши огонь называлось, да? А у Гриши как? Огоньки. Огоньки? Ну, я так. Илья, команду свою построй. Что-то она у тебя в раскорячку. Антон, как команда называется? Огонь. Кроме грозы. Гроза, идем сюда. Сейчас будут награждать. Надеюсь. Ты ждешь, Афонь? Что ты хочешь? Не надо. А у Гриши называется гроза, да? А у Антоши огонь. А посередине крутые пацаны. Да, вода, огонь и медные трубы. Мама, вон там кубок, а медали. Я понят, Антоша там самый маленький, но капитан команды. Придешь на тренировку, да, чтобы кто с тобой играл, пускай у тех дома побудет. Им же тоже хочется, не один же ж ты играл. Если бы один, то да. Да. Поехали, конечно. Ничего, пошлите. Пошлите. Все, пошлите. Ой, пап. Плюс 2 грамоты, плюс хороший вес. Я готовлю ужин. Обед у нас был сборного, знаете, Советского Союза. На ужин я наобрезала индейку. Здесь еще у меня перемолола, все сделала такой фарш, как на котлеты. Но хочу из этого всего накатать маленькие такие шарики и запечь в духовке с какой-нибудь подливкой. И сделать салат и пшеничную кашу в мультиварке. В общем, из вот этого фарша сейчас буду катать шарики. Вот. Потом посмотрим, вот уже подготовила форму фольгой, чтобы легче было мыть. И немного подсолнечным маслом смазала. Все, я уже накатала шариков. Сейчас это все поставлю в духовочку. И когда это все поджарится, то я сюда добавлю уже подливку. А вот наш вечер. Сегодня у нас
Родня балуй троллами. Родня хоть напополам же потом ценник. Конечно, она говорит, так балует. Риша, Риша, Роллы. Так, сварили рис вообще без времени, но вроде так ничего, да, получилось? Липкий, но при этом как зернышки. В общем, такой интересный рецепт варки у нас. Сыр творожный, рыба и огурцы. Так, вот что у нас получается. Нет, типа, чуть-чуть риса осталось. Сыра, правда, мало, да? Но, да, мы без сыра будем с рыбкой, с огурчиками, с крабовыми палочками. Что хотим сказать? Вот такие вот тоненькие получаются, когда мы не жадничаем. Потому что вот эти вот толстячки, у которых даже низ не закрылся, все потому что нам хочется побольше начинки. А делаем на половинках. То есть вот мы нори разрезали на две части. И вот на половинках теперь крутим. А раньше мы крутили на целых, да? То есть в два раза больше, и они были вообще русские роллы. С толщиной, я не знаю, такие прям кулачки мои. И рис, кстати, сегодня, да, удался? Да. Рис вкусный. В общем, все едим. И Колян с нами, да? Кого, компотика? Давай. Если компотика, то давай. Папе. Давай, все. Давай. Все, я выключу.